Как правильно выбрать фотоаппарат для блогера или фотографа? Первое, что нужно сделать, это определить для себя бюджет. Любительские камеры начинаются примерно от 40 тысяч рублей, они умеют делать хорошие фотографии и немножечко снимают видео. Камеры для продвинутых любителей стоят от 80 тысяч рублей и умеют снимать классное видео, и у них отличный автофокус. Но единственное, у них крупнутая матрица, которая ограничивает выбор объективов. А профессиональные камеры начинаются от 150-200 тысяч рублей и уже умеют отлично снимать видео, делать классные фотографии. И самое главное, что у них full-frame матрица, то есть когда вы будете одевать объективы, у вас не будет дополнительной обрезки. Третий важный пункт – тебе нужно решить, будешь ли ты записывать видео. Если ты блогер, для тебя это особенно актуально, и тебе подойдут камеры, у которых компактный корпус и есть удобный откидной экранчик, чтобы записывать себя с вытянутой руки. А если ты фотограф, это станет приятным бонусом. Либо ты можешь сэкономить время и деньги, обратившись ко мне, и мы вместе выберем идеальную камеру под твой бюджет и задачи.